Сейчас прибудем. Посмотри на задание, что надо делать. Хорошо. Хорошо. Так, я за тобой. Видишь, справа у нас открытый вход. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside. Так, я пошел. Приземлиться не хочешь? Забыл что-то. Well, we've got air. Dust. Фантастич, фантастич. Так, смотрим, что у нас там написано. Давай. Нортон все еще снаружи спасательного модуля. Кажется, он рядом с дверью грузового отсека. Должно получиться затащить... Должно получиться затащить Розана и Лока внутрь. Короче, нам нужно помочь им залезть назад. Да. Совершенно верно. Так, патронов у меня нормально. Жаль, что вот эти не влезут. Ну что, давай искать... возможности. Изыскать. Да, нам возможность. Чтобы... помочь, так сказать. Так сказать, как сказать. Ой, слушай, станину бери. Обязательно место аптечки. Так, бросить. А оно у меня появилось вроде. У тебя нет станины? А у тебя не было такого сообщения, что тяжелая станина? Ну, тяжелая сиреневая станина была. Была? Да. А, слушай, получается, значит, если я беру предмет, он, ну, вот именно для оружия, то он у тебя тоже появляется. Свои. Да. Давай-ка заходим. Аптечку используй, что тебе половина здоровья-то? Молодец. Рубильничек. Я открываю. Давай, я крути, колдую. Крути, крути, крути. Все, залетел. Ага. How much longer? Yeah, we're working as fast as we can. Mark's really pale. I can't stop the bleeding. Ты... Oh, ты... Okay, Гарри Поттер. Right there, now get in here, give me a hand. Пойдем, они туда залетели. Пойдем отсюда. Крутоника дверь. Не получается почему-то. Ну да, я попробую. Напарник ждет у двери. Отойди-ка, мусор, дай я почищу. Слушай, что за бред? А, вот, все. Поближе, наверное, просто надо было пошла, подойти. Пошла, родная, смотри, пошла, нормально. Айзек, вываривай. Идем, короче, за Элли. Давай. Задание у нас. Что нам там надо делать? До рубки куда-то идти, да? Надо искать девочку нашу. Давай. Давай посмотрим на нее. Сейчас я открою дверку. Излучатель Теслы. Ну, смотри, здесь написано, если сигнал бедствия послал действительно она, значит, мы близко. Нам нужно... по вот этой частоте идти, и мы, наверное, к ней выйдем. Bloodstains on the wall are at height. That's no good. Не открывается? А все открывается у меня. У меня руки просто прямые. Давай, осмотримся быстренько, посмотрим, что у нас здесь есть. Там... Давай, ты налево туда поднимайся, я сюда направо. Давай. Looks like someone shut a bulkhead for quarantine. Can we cut through it? No. It's too thick. А ящики скидывай вниз, вот так. Найдешь. А ничего нет. Ничего нет у тебя? У меня ничего нет. Ладно. Скидывай, скидывай мне. Ну, просто, чтобы мы там внизу забрали, чтобы тебе сюда не подниматься. Тоже правильно. Слушай, логично ты поступил. Мне нравится твой ход мыслей. Давай, да, ты за меня стрелять будешь, я буду просто бегать. Наслаждаться игрой. Так, преобразователь взял я. А где еще у нас... Вот. Что там, сосисочки? Стоматологический гель какой-то. Сейчас послушаем, я тебе скажу. Так, во-первых, вот здесь, смотри, что-то есть. Это цепь, цепь модернизации. Короче говоря... Сейчас, подожди. Цепь модернизации позволяет тебе прокачивать твое оружие.
Да. Урон, перезарядку, скорость перезарядки, обойму, точнее, вместительность. Так, оно у меня уже не работает. Что не работает? Ты его использовал. Все. Ну, я не использовал, значит, она, эта цепь добавляется нам двоим. У тебя же сообщение появляется о том, что я что-то подобрал? Наверное. У тебя появилась цепь модификации добавлена? Ой, станок, смотри. Давай посмотрим, что мы с тобой сможем сделать. Так. Здесь сейчас пройдет обучение, и нам что-то с тобой надо будет создать. Короче, это я все пропускаю. Потому что ничего интересного могу и так объяснить. Вот смотри, у нас есть возможность с тобой установить сейчас нижний блок. Нам надо будет его установить, потому что это часть, я так понимаю, обучения. Понял? Нижний блок. Да, нижний блок. Так, с тобой сейчас давай добавляем сюда создать новый блок. А, подожди, нечего добавлять-то. Модифицировать. О, цепь модифицируй. Там у тебя на перезарядку стоит что-то. Отлично. И по идее у тебя ачивка какая-то должна появиться. Ачивка? Ачивка. Ну, ты же... Твой аккаунт впервые чивка. Играет в эту игру. Ачивка. Скажешь, появится, не появится, не мне просто интересно. Не появилось ничего. Ну, пока нет. Пока ты оружие, видимо, без насадки. Создашь. Точно не появилось? Ну, я прокачал, кстати, все ружьишки хорошо так. Мне понравилось. Я добавил нижний блок. Так. Так, что у нас здесь? Чертежи. Стандартный вариатор. То есть ты хочешь сказать, у тебя на нижний блок что-то было? Да. У меня почему-то нет нижнего блока. А, стандартная. Вот, если тяжелую взять, может быть. Хотя нет, какая разница. Тяжелая. Странно, у меня что-то... Та-дам! Все. Я молодчик. А где ты взял нижний блок, я не понял. Ты разобрал вот это? Я не разбирал ничего. У тебя было? Был. Ага. У меня был там генератор Тесла, что ли, по-моему, я поставил. Да ты чё? На нижний блок. Да? Да. Офигеть. А мне, смотри, вообще ноль. У меня вообще ничего нет. Так, ладно, сейчас посмотрим по предметам. Обойма. О, кстати. Полиция нравов всем стоять. Смотри, у тебя есть сейф. Вот здесь вот так вот делаешь. Вот эти вот штуки можно разобрать, смотри. Скидываешь в сейф. Патроны тоже скидываешь. И потом это все продаешь. Видишь, на металлолом тоже можно патроны продать. Он тебе понадобится, кстати, для создания новых вещей. Да? Да. Так, сейчас посмотрим, где мой сейф. Модификатор оружия, создать предметы, сейфик. А, все, я вспомнил. Да, здесь ачивка, но может быть из-за того, что мы в коопе играем, поэтому она не появляется. Но это, кстати, странно, что она тебе не появилась. Так, как у нас... А, игреком продать все. Та-та-та-та. Да, все продаешь. Ну, только себе оставляй патроны, наверное. Я эту часть продал, потому что я уверен, так сказать, в своих силах. Поехали. А то мы задержались с тобой. Давай. Нам куда с тобой сейчас надо? По сигналу идти туда прямо. Открывай! Давай. Поехали дальше. Смотри, у меня какая точечка появилась. Мощнейшая. Ну да, у тебя неплохо. Круто. Блин, где ты только это все нашел, мне интересно. Да вот я сам не знаю, я говно подбирал, видишь, какая. Открывается? Теперь открывается. Ну, типа, мне надо просто ближе подойти. И только тогда получится. Тихо. Что за звуки? Так, ну вот. Самочка летучей мыши. Давай. Блин, я не могу выпрыгнуть, он сейчас меня. Перезарядка. Оу, е. Вот это жесть. Ух
ты. Нет, не стреляет. А хотя, да, может стрелять. Ломай ему ребра. Ну видишь, справились. Даже никто не умер. Это не для радости. Чудей. Не бей его. А? Лови ящик! Ой, не да, так кнопка, простите. Давай. Подожди, дай я сейчас проверю. Вот здесь у нас ничего нет. Открыл дверь? Да. Ауе? Ну чё? Тихо. Сейчас мы с ним поиграемся. Где он там? Вон, видишь, тут два чувака подвешенные. Их три. Три? Отлично. Так, еще один. Ой-е. Ну что, круто? Сейчас, дай я конечность возьму. Он еще один побежал. Сейчас, подожди, я сейчас конечности воткну у него. Подождишь? Вот так вот, видел? Конечно, отрываешь. И пах, ты стрелил его. Ну а чё? Для экономии патронов почему бы и нет? Согласись-ка. А? Согласись-ка, писька. Куда нам? Ты туда, наверное. А, стоп, подожди, пропустил. Как так? Что давай, пропустим? Возвращайся, то что цепь модернизации какая-нибудь может быть. Эти... преобразователи. И металлоломчик у меня тут. А-а-а. Что, хочешь сказать, у нас еще там разные вещи появляются? Очень интересно. Кстати, может быть. Открывай! Открыл! Полиция нравов всем стоят! Там вот снаружи. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так, давай к стенке зажимаемся. Воу! Спокойно, спокойно. Перезаряжаюсь. Все. Ох. Поранили меня. Не ожидал я, на самом деле, что он так близко может подойти. Все хорошо. Что хорошо кончается. Ты на стенах смотри, еще вот эти штуки ты не понимаешь. Да, я собираю, кстати, металлолом. Ты говоришь, значит, он поможет нам. Да, опа, темп стрельбы плюс один. Я нашел. Ой, и он мне тоже добавился. Воу! Так, взял конечность, если вдруг кто-то еще тут будет. Кто сказал, что мы с пересером не расстреляем всех? Это точно. Так, так, ты их раздавил точно? Да, тут нормально все. Идем дальше? Айзек, вперед! Спускаешься там, напарник заблокировал лестницу. А, слушай, я вспомнил, почему у тебя ачивка-то не появилась. Почему? Потому что я уже на твоем аккаунте запускал игру. Я потому что пробовал кооператив. Ну, мы когда с Галиной записывали Резидента. То есть вы распечатали мой да, аккаунт. Распечатали твои ачивки. Ну что, полетели? Полетели. Потому что на твоем же аккаунте этот Xbox Live активный и сетевой пропуск. Так бы нам пришлось бы отдельно для нее вступать. Так что извиняй. Чивочек не будет. Да. Не, будут. Будут, потому что мы же... Фу, какую уродицу, а смотри. Буквально несколько глаз. А их глаз, куда? Глав. Давай. Все, погнали. Так, здесь плазменный резак, я тебе советую. Нифига у тебя оружие. Что там за бластер у тебя? Какой-то... меня подранили. Да поближе, подлетай к ней.
Oh yeah. Вот и все. Ну, кстати, можешь, если хочешь, собирать здесь всякую ерунду. Ой, полупроводник. Так, 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 подожди, а что это такое было у нас? Металлолом. А у меня полупроводник. Сейчас газку поддам. Давай. Ой, я еще что-то пропустил. Там алтологический. Да блин, почему он не берет его? Почему он тело не берет? Понятно. Ну что, я дверь открываю? Давай, только я перезаряжусь быренько. Давай, мы с тобой сейчас идем на техпалубу. Аккуратно, вот здесь что-то есть у нас. Давай, зачитай-ка нам текстовое сообщение. Итак, читаем. Что там? Мне жаль, сэр, но мы ничего не сможем поделать с шумом из кинологического отсека. А как-то успокоить животных собаки не находят себе места с того момента. Все запятые перепутал. Ха! Вот. Значит, с момента, как мы вышли на орбиту, некоторые даже пытались выбраться через дно своих клеток и серьезно повредили лапы. Прошу вас, сэр, отправьте их как можно скорее на поверхность планеты. Пусть разомнутся. Собаки очень похожи на людей, и долгое заточение сведет с ума любого. Окей. Ну что же, давай-ка полезли с тобой. Сейчас я дорожку подправил чуть-чуть. А, подожди, лезть нам или мы спустились здесь? А, нет, вверх, все, все правильно. Так, да подожди, тут лестница очень-очень длинная. Так, значит здесь, надеюсь, цепь какая-нибудь будет. Нет, мне полупроводники попались. Забрал слева? Забрал, все забрал. Я открываю дверочку. Давай. Стреляй. В кого? Пойдем. Не в кого стрелять-то. Мортон, ты там? Yeah, I'm here. Alright, I think that's holding them for now. Good. The SOS is coming from directly above me. And it looks like I found the ship's primary generator. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. Alright, what about you? There's an elevator here that goes... Прости, что ты делаешь? Расскажи. Вверх-вниз, вверх-вниз. Подожди, это ты? Нет. А кто его снова вверх-то? Чё за жесть? А, да, я попробую. Ну, попробую. Подожди, ты держи, а я запускаю. Это же... Дим, кооперативный режим. Готово. Так, вырвались. Вон они летят. Шпуньк. Yes. Еще один бежит. Сзади. Блин, помешал стазис применить. Ну ладно. Отходи от него. Отходи. Вот и все. Не все. То, что по жопе выстрелили. Где он? Да все, снял. Патроны с этой штуки выпали. Слушай, прям в задницу там выстрелили разрядом мне. Так, пошли к следующей этой штуковине. Давай, надо все вспомогательным генератором, да. Нам нужно запустить сколько здесь? 3 штуки. Так что давай, теперь я тяну вниз. Ну. Подожди, поставил. Давай, я разогреваю лужу. Давай-ка. Так, опять. Да нет. Не беспокойся. Вроде бы нет. Ты верхи тоже смотри, потому что они малая могут так аптечка. Ползать. По вот этим плоскостям. Оу-е. Так, ну чё? Так, ты опускаешь, да? Давай, разогнул. Бум! Все. Все? Так, бежит к тебе. Оп! 2. О, молодец. Хвалился. Отходи. Дай поработать руками. Размял? Вот и все, видишь, как хорошо. Так. Бодренько получил. Запускай эту штуковину. Включить. Ждите. Ждем напарника. Понял. Надо одновременно.
Одновременно, да? Да. Не знал. Ну вот, видишь, запустили уже. Ты видел, мимо нас скотина пробежала, вон она. Что сучка? Крепенькая. Быстренько перезаряжусь. Перезаряжайся. И дальше по локатору идем. Нам вот сюда. Эй! Эй! Командир! Вперед! Сюда. Так, что там еще было? Там же сверху был сигнал SOS. Не забывай об этом. В процессе. Ну что ж, давай, давай. Запускай шарманку. Ну, едет к нам. Едет? Угу. Вагонетка центра. Вагонетка центра. Что это за счет? Поехали. Надеюсь, мы к ним сейчас вернемся. Что, у тебя со здоровьем все хорошо? Да, у тебя? Может, дать тебе? Не, у меня все тоже хорошо. Сколько у тебя аптечек в запасе там? 4. 4? А батарей сколько стазисных? Сколько стазисных батарей? Что за батарей? Ну, такие, на баранки похожи. Ни одной. Him? Yeah, that's him. Isaac Clark, great to meet you. Austin Buckle, Marker Ops. This here is Jennifer Santos. Африканочка, это как прислуга? К больной руке. Наверное. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry. But I have so much to tell you. No, not yet. Isaac, we need to stop the marker. The trail ends at the Ну все, решала, пришел. The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it says. Без решала вообще ничего не могут сделать. Ну так не забывай, что здесь две решалы. Ты главный решала, а я под прикрытием. Я с голубым рожком главный решала. С голубым хребтом и с голубым рожком. Так, текстовое сообщение у нас. Давай почитаем быстренько. Посмотрим. Элли наткнулась на этот затерянный корабль. Она считает, что адмирал узнала нечто важное об обелисках и некроморфах. Но ей не удалось расшифровать адмиральские записи. Не факт, что это выйдет у меня. Но пытка не пытка. Попробую понять, что хотела сказать адмирал. Но пытка не пытка, да, значит? Пытка не пытка. Ой, я собираю здесь вот эту всю ерунду. У меня станочек сейчас. Всю ерунду сначала собери, а потом станок. Там уж те же материалы-то будут добавлены. Сейчас. Там можешь и на металлолом эти обоймы расфигачить. Так. Ага. Так, модификаторы. Еще плюс один к урону добавил. Так, давай смотреть. Темп стрельбы увеличил. Отлично. Так, я тоже сейчас модификаторы поставлю. Так, здесь у нас урончик. Окей. И. Так, плазморез у меня стоит. Новое оружие я себе создал. А нижнего блока у меня, к сожалению, нет, наверное. Попробуем сейчас не хватает денежек на новый блок. Ну да ладно. Выбираем хранение, и я, в принципе, закончил. Окей. Так, по вариаторам, что у нас там? Плазморез, насадка. Насадок нет, да, у нас никаких сейчас? Нет. Ну и не хватит, к сожалению, пока у нас ресурсов, чтобы это все сделать. Ладно, сейчас посмотрим, что у меня за оружие. Ой, урон. Подожди, а где я его нашел? Это я нашел. Урон, да? Да. Ну-ка, дай гляну, что за пушка получилась-то в итоге. Так. Ох! Хороша вещь. Нормально. Мне нравится. На тяжелой станине. Кстати, советую тяжелую станину использовать. А мне вот эта пушечка нравится. Нравится, да? Она, кстати, очень хорошо стреляет. Мне очень нравится она.
Ну что, у нас четвертая глава. Пойдем? На четвертую главу? Да. Как ты считаешь? Может, перекурим? Ну давай перекурим тогда. Давай. И с обновочками уже пойдем квасить некроморфов. Так что, друзья, увидимся с вами в следующем эпизоде. Спасибо за оценки, комментарии. Всем пока. Счастливенько.